Саженцы вишни обыкновенной хуторянка, хуторянка, пользуются спросом у садоводов благодаря самоплодности, не требуется опылитель, урожайности и исключительному десертному вкусу плотных темно-бордовых ягод. Плоды сорта идеально подходят для сушки, вяления и приготовления джема. Их можно транспортировать и хранить до 3 недель в холодильнике. Вишня вырастает до 4 метров в высоту, плодоносить начинает на 4-й год. Плоды созревают в июле, их масса 4 грамма. За счет длинных плодоножек, вишню удобно снимать с веток. Отрыв сухой, урожайность высокая, как и устойчивость к болезням. Вишня обыкновенная хуторянка – это многолетнее растение. Вишня прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. Вишня обыкновенная хуторянка имеет средний срок созревания. Вкус сладкий. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.